И еще про животных новости. Музыка, которой наслаждаются кошки. Композитор Дэвид Тей исследовал музыкальные предпочтения четвероногих и написал для них мелодию. Вы знаете, это шедевр. Несите скорее питомцев к экранам и смотрите на реакцию. Психоделическая такая музыка, не находите? Вот этот первый музыкант, который для кошек решил творить. Теперь хвостатые могут включить музыку, которая им точно придется по душе, и зажигать. Изначально Дэвид тренировался на обезьянах, но затем решил поменять аудиторию. Котов все-таки больше, утверждает он. Эти произведения очень похожи на мурлыканье и действуют на любимцев успокаивающе. Ну вот на хозяев, наверное, не очень.